Ребятки, привет! Приехали уже в Геленджик. Смотрите, какие тут горы. У меня у знакомой квартира на 10 этаже. Вот это вот отель называется. Раньше это был Мариотт, по-моему. Сейчас он Метрополь. Вот, ну, 5-звездочный отель. Мы туда идем сегодня в спа-салон. Там всякие массажи, процедуры и так далее. В общем, очень там прикольно. Значит, цены сейчас я вам скажу. День 3800 в день. И у них, кстати, там тоже есть шведский стол, завтрак, всякие ужины в ресторане и так далее. Но входит два наружных бассейна, один внутренний бассейн. Вот, в принципе, даже видно, что вот тут вот есть бассейн наружный. Они с подогретой водой. День сегодня прекрасный. Мы сейчас пойдем на выборы сходим. Проголосуем за нашего ВВП. Естественно, выбор очевиден. Вот. Здесь вообще вот эта территория пионерского лагеря. Сейчас, по-моему, они санаторий какой-то делают с него. Но раньше это был пионерский лагерь. Вот как корпуса ремонтируют и будут делать санаторий. Естественно, в Геленджике вот здесь вы видите сосны реликтовые, всякие разные такие. Пахнут очень хорошо, запах такой свежий, воздух. Тепло. Я хочу сказать, прямо очень тепло, даже по сравнению с Краснодаром. Только вот начали переваливать вот эти Кавказский хребет, попали вот в сторону как бы Кавказский хребет, пошли, вот эта спиральная дорожка пошла, Горячий ключ проехали, и сразу, вы знаете, градуса на 3, наверное, теплее. И в Краснодаре была достаточно мерзковатая погода с дождиком, здесь солнце, ну, Геленджик, он вообще, ну, как бы почти все время солнце. Я, конечно, вам просто с балкона, да, вот снимаю как бы видео, вот так вот все это выглядит, до пола окна здесь, да. Ну вообще, как бы, когда уже пойдем гулять, проголосуем. Кстати, сегодня, завтра масленица, то тоже будут какие-то праздники масленичные, поэтому я еще сниму вам, как Геленджик масленицу отмечает. Вот, так что ждите репортаж в ближайшее время. Я пока буду любоваться видами этого прекрасного залива. Не знаю, это бухта какая-то геленджикская. Вот там чуть-чуть дальше, прямо на горе написано, что Геленджик. Ну, за домом как бы тут не видно. Вот. В общем, было у меня уже видео про квартиры из Геленджика. Оставлю ссылочку. Если что, переходите, смотрите. Это я осенью снимала. А сейчас, естественно, весна. 16 марта сегодня. Выборы президента. До связи.